проявляете силу воли, вы занимаетесь таким видом спорта, многие вещи вы должны делать лучше, чем ваши сверстники за пределами клуба, которые занимаются только футболом. Помнишь, какая самая частая мотивирующая фраза? Правильно. Все возможности находятся вне зоны твоего комфорта. Но как же решиться из нее выйти? На помощь спешат вдохновляющие цитаты великих. Но правда в том, что чужие слова не работают, пока ты не проверил их на себе. Когда плывешь по течению и не видишь желаемых результатов, понимаешь, что нужно попробовать плыть против. Если что-то не получилось после 500 попыток, то, возможно, получится с 501-й. Ты не узнаешь, пока не попробуешь. Кто решает, добился ты успеха или нет? Это всегда только ты. И уже потом все остальные. Если сейчас ты выбираешь, что ошибка – это опыт, то делаешь шаг вперед. Эти шаги приведут тебя на вершину. Ты выстоишь против целой армии всех, кто сомневается в тебе. На самом деле они боятся, что у тебя получится. Пусть боятся. У тебя обязательно получится. Но не ради них. Ради себя.